Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня я заказал себе нового тренера за 100 рублей. Ну что же, я перехожу к тренеру в комнату. Тренер, здравствуйте, здравствуйте. Здорово, Нубас. И как обычно, бесплатный нож. Чтобы получить, тебе надо первое поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий, плюс свой ID. И третье, самое главное, посмотри все видео целиком без перемоток. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%. Тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду вы получаете еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Здравствуйте, тренер, вы мои деньги получили? Вы мои деньги получили? Да, да, да. Хорошо, да, расскажите, пожалуйста, что я получу за 100 рублей, потому что я им заплатил довольно большую сумму, поэтому... Ну, вы получите сейчас тренировку от одного из клана фермера. Какого фермера? Я скажу так, клан фермера — это самый лучший клан. Подождите, это вы про клан Saints? Да, именно. Я его тоже фермером называю. Просто джентльмен его по секрету называет, просто я он и лучший друг, типа, там, он называет клан фермера. То есть, в принципе, это клан фермера, да, Saints? Хорошо, понял. Да. Так, ну что же, тренер, давайте сразу придем к делу. Что мне делать, потому что я новичок, зашел буквально первый раз. Так, ну что же, тренер, куда мне идти? Ну смотри, иди на Б сейчас, посмотрим, какие скины. А где это Б? Я помню, ну, смотри, тренер, у меня дешевый скин. Видишь, вот я перед тобой сейчас это стоял. Это Б, ага. Ну-ка покажи скинцы свои. Так, тренер, ну у меня скромные скины, то есть вот такой вот пистолет, вот такой вот нож. В принципе, ничего такого. Что? Ну это Керамбит Голд. Смотри, я тебе могу посоветовать одного трейдера. Как бы он прокачки инвентаря вот делает, вот это я, в принципе, я из клана фермера, мне тебя обманывают, незачем. Но если вы из клана фермера, то я вам доверяю, то есть я вам пишу логин про, вы меня прокачаете, правильно я понимаю? Да. Хорошо. А какой у вас ник в клане фермера? У меня джентльмен. То есть это вы тот самый фермер, да? Да, я просто голос изменяю. Я-то думаю, я пол. Так, ну хорошо, давайте уже приступать тогда к тренировке, а потом после тренировки напишу логин и пароль, все, как вы просили. Какой наш первый раунд будет с вами? Ну смотри, сейчас я тебя давай убью, чтобы начался новый раунд. Давайте, тренер, я только за. Все, что вы скажете, буду соблюдать. Я тебя могу научить раскидкам топовым. Давайте. Вот та, которых ты никогда не знал. Давайте. Смотри. Беги сейчас в тёмку, я тебя сейчас хаешкой закину, и ты умрёшь. Давайте. Ой, я выжил. Тебе повезло, ты просто, это неправильная хаешка была. А ещё какие раскидки вы знаете. Смотри, иди за мной. Сейчас, смотрите раскидка от меня, я тоже знаю раскидку, смотрите. Давай, покажи свои бомжатские флешки, нубяра. Ты чё, дебил, что ли, или чё? Ой, тренер, извините. Я случайно, по-моему, попал. Ты что-то попутал. Ты смотри. Вот это вот угол дебила, ты должен в него встать. Вот это угол дебила, правильно? Да. Я встал. Что это означает? Ты дебил. Беги сейчас за мной. Тренер! Тренер, смотрите! Смотрите, это птичка! Тренер, птичка! Сзади! Какая птичка? Хлоп за яичко! Ах ты даун, ты чё, дебил или чё, я не понял? Ладно, тренер, аутист? Тренер, извините, была шутка, не уходите только, это была шутка. Ладно, тренер, что делаем дальше? Так и быть, раз ты в угол дебила зашел, я тебя прощу. Но у меня сейчас АКР, у меня просто на АВМ не было денег. Я АВМ купил, тренер, я хорошо. Я бы тебя с АВМ вижу. Ну давай на миду, я тебя с АКР увижу. Давайте. Я не знаю, что такое мид, наверное, я пришел правильно. Давайте. Я вантапом. Что? Откуда? Тренер, да я не знаю. Откуда у тебя? Мне друг подарил. В смысле? А чё, какой друг? Дорогой скин. Твой друг прокачку инвентаря не желает? Не знаю, а чё, вы можете и его прокачать? Да, я его могу прокачать. Ну я ему передам.
Скинь я ЛМ Treasure Hunter, я хочу посмотреть. А вы где, тренер? Тренер, вы где? Тренер, вы где? Я на миду. Так, тренер, ну я бегу к вам, бегу. А что хотите с ним сделать, с ЛМ Treasure Hunter? Я хочу посмотреть, там что за наклейки дешманские, наверное. Давайте. Посмотрите. Вот мой ВМ, как вам, тренер? Ой, я не знаю, как подбирать. Да. Ой, ну как я и думал, тут какие-то бомжатские наклейки, всего лишь что 3 gold скулы и какой-то чебурек. А, непонятно. То есть, вы меня прокачаете и вы эти все скины продадите, купите нормально, правильно? Да. Ну там, например, АВМ Scratch и видел неплохой скин, да? Да, я вам натрейжу голды как следует. Вы знали то, что АВМ Treasure Hunter это не самый крутой скин? Ну, АВМ Scratch самый крутой, насколько я знаю, да? Да, это самый топовый скин, если вы не знали. Синий цвет это просто крутой цвет, красный это вообще не в моде, вы понимаете. Так это желтый. Это красный, вы не понимаете. Хорошо. Ладно, тренер, давайте, учите меня дальше. Что делать дальше? Рассказать, как нам стрелять? Бегите за мной в апарты. Бегите со мной в апарты. Давайте. Смотрите, идите в самый угол, как в апарты запрыгивать. Так, ну я в самом углу. В самом углу. Все, зашел в самый угол. Сейчас я кинул поездку. Вы промахнулись. Вас продамажу. Не, вы промахнулись. Не суть, это ты неправильно встал, не надо на меня, у меня всегда все правильно. Так, тренер, что делаем дальше? Тренер, что делаем дальше? Да знаешь, ты дебил, ты мне уже надоел, ты не понимаешь, куда вставать. Давай сыграем один на твои вот эти вот скины, так уж и быть ущербные. Подставишь вот эти дешевенькие скины свои. А я поставлю уж так и быть АВМ Scratch. Хорошо, тренер. Тренер, вот это вы нуб. Тренер, а может я буду вам тренировки продавать? Давайте. Я уже пришел на Б, вы где, тренер? Так, я иду на Б, вот я сейчас иду на Б. Так, то есть мы с вами... А-ха-ха, даун! Тренер, вы что, нас заплатили бомбу? Нет, тебе кажется, просто на Б пачка невидимая стоит. Ах, вы, тренер, решили обмануть, да? Я ж доверу, играю всего лишь на второй день, а вы вот так вот позволяете себе. Да. Тренер, а вы просто где? Просто не понимаете. Я... Пачку контроля. О, тренер! Как ты узнал? Ты читер! Да, как тренер, ты это смог? Да я говна не знаю. Тупой. Я только по Ютубу видел. Как ты это сделал? Да я это видел в Ютубе. Откуда ты это знаешь? Да я в Ютубе видел подобное видео. Нубас, повезло тебе, Нубас. Идите на плент. Так, ну я иду, тренер. И чтобы будем там с вами играть дуэль, да? Я сейчас вас просто выигрываю, вы мне так уж и быть отдадите свой с Treasure Hunter, там вот этот дешевенький ваш. И вы меня прокачаете, правильно? Да, я вам прокачаю аккаунт. Тренер, вы опять на Б, вы шкалина идёт! Да, ну бас, ты такой тупой просто, я не знаю, как тебя назвать. Тренер, а чего вы меня оскорбляете? Я вам хотел оставить 10 рублей чаевых. Потому что ты нубас. Тупой. Я хотел вам 10 рублей чаевых оставить, теперь не оставлю, тренер. Да, ты нубас тупой, ты тупой нубас. Потому что тебя просто все ненавидят, наверное, ты родился просто, и тебя 10 раз уронили и ни разу не поймали. Тренер, смотрите, прикол. О, я бомбу раздефьюзил, чё. Как ты это? Что? Как? Да я не как знаю, ты тренер. Это сделал? Оно как-то само стреляет, тренер, само стреляет, я не знаю, что такое, поняли? Я на вас просто навожу прицел, оно само стреляет, я не знаю, что это такое. Давай сейчас на миду, на АВП. Давайте сыграем на АВП. Давайте. Я вас сейчас просто уничтожу. Нубасов только так и уничтожают просто. Тренер, а вы такой, почему вы такой злой, тренер, я не понимаю. Ну потому что против таких, как ты, ничтожеств только так и надо, тебя просто... Как? Что? Ты такой дурак, ты просто лаки, дурочка, просто... Я лаки? Просто... Тренер, вы чё? Ты лаки. Подожди, тренер... Ты такая лакерная. Сейчас отыграем с тобой на пунту, нубас, ты давайте, тупой. Давайте. Да, я уже поставил пачку, нубас. Как ты узнал? Я знаю, что все время обманываете, поэтому я пошел на другой плент. Нубас, с тобой играть неинтересно, ты тупо на лаке только можешь, ты не умеешь играть нормально. Ты просто, я не знаю, тренер. Как ты выиграл меня, но тебе слишком повезло. Ладно, давай, пиши логин и пароль. Все, давай, пока, удачи тебе. Пиши, короче, мне в Discord напиши логин и пароль, окей? Хорошо, тренер, да, напишу. И мы прокачайте, да? Угу. Ну что ж, дорогие друзья, такой вот у меня вышел забавный тренер с клана фермера. Обязательно поставьте лайк,
Подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока. Чем больше лайков, тем скорее всего продолжение данной рубрики. Также подписывайтесь на мой второй канал, там выходят также видеоролики.